Они, как любые подростки, ссорятся по любому поводу. Но Яна и Артем умеют находить компромисс и работать в дуэте. История Цой Крю. Артем и Ева Цой из Алматы. Прекрасная, замечательная команда, прекрасный дуэт. Они как цельный один большой мир. У них своя энергетика. Мы очень сильно готовились к полуфиналу, потому что раз уж прошли дальше, нужно стараться, нужно вкладываться сильно. В танце, который мы подготовили на полуфинал, есть акробатический трюк на голове, и который, когда мы его исполняли, часто били с головой о пол. Просто когда ты много делаешь, у тебя, ну, появилась шишка. Эти акробатические трюки – это просто что-то новое для нас. Это, наверное, наш самый лучший выбор, потому что он много аспектов задевает, и мы туда вложили очень много сил, мы прям тренировались каждый день. Я вообще школу на время бросил. Я тоже. Мы делаем стилизацию именно казахского танца, потому что, во-первых, мы в Казахстане, мы должны продвигать свою культуру, это логично. А, во-вторых, это попытка возрождения, это попытка пересматривания на традиционные, на что-то вот, ну, совсем устоявшееся, с новым взглядом, современным взглядом. Я в целом вижу свой смысл жизни, наверное, в творчестве. Творчество – это что-то большее, чем просто создание чего-то. Во-первых, это передача своего внутреннего мира, своих чувств, своих мыслей, то, о чем ты переживаешь. Если ты хочешь что-то изменить в глобальных масштабах, это только творчество, я считаю. Именно поэтому мы и занимаемся этим. Если ты знаешь, ради чего ты стараешься, если ты знаешь свою цель, если ты правильно смотивирован, то в целом даже дождливый день не испортит твое там настроение, желание поваляться, оно будет меньше. Если действительно горишь делом, которым ты занимаешься, то тебя в целом ничего не остановит. Дорогие наши Артем и Евочка, мы с огромным трепетом наблюдаем за каждым вашим шагом, очень сильно за вас переживаем, очень гордимся вами. Держим за вас кулачки! Мы посмотрели выступление команды Цой Крю. Мы очень впечатлились этим танцем. Это было так круто, то, что я не знаю, как это передать. Они так круто качали, мы за них болели. It was amazing! Цой Крю! Вперед! Мы за вас болеем! Алга! Пальцы! Неожиданным. Вау. Очень классно. Это очень приятно, когда люди, твои друзья, твои родственники тебя поддерживают. Это очень классно. Это очень прям неожиданно было. Семейный дуэт из Казахстана уже готов поразить ваше воображение. Встречайте Цой Крю. Ауыл менен қала, көше менен дала. Дамырсыз орман болмайды, тең толған болған алады қалмаса ұшындық. Әндеттемін оны сол ұқытылайын деп басып тұрған мұнын. Әндеттемін сен үшінді, мен үшінді ертең болсын деп.
хорошим день, пуши до гончара барабан, жить и шит, как будто жителей. Бера карабулка, хорошим кент, кучу дыгин шара барабарига, житит, шит-тит-тит, как будто шит-тит-тит. Шит-тит-тит, как будто шит-тит-тит, шит-тит-тит, как будто шит-тит-тит, шит-тит-тит, как будто шит-тит-тит, шит-тит-тит. Талант! Как вы, ребят, вам понравилось выступать сегодня здесь? Мне очень понравилось. Мне очень понравилось выступать сегодня на сцене. Это было такое волнение, при этом очень классно было кайфовать на сцене. Как оцениваете свое выступление? Ну, по-моему, мы справились отлично. Ты не думаешь? Думаю. Вот это настоящая команда. Что ж, давайте узнаем, что думает о вашем выступлении наше уважаемое жюри Ситора. Вы родные души, вы одно целое. И вы просто стали взрывать все больше и больше эту сцену, потому что чувствовалось, что огонь идет между вами. Вы крутые, вы молодцы, у вас шикарная пластика, постановка танца. Спасибо большое вашему хореографу. Спасибо вам. Вы меня все больше и больше радуете, я все больше и больше влюбляюсь в вас. Цой Крю, я вас обожаю, желаю удачи. Спасибо. Спасибо. Ева, Артем, вы большие молодцы. Вы использовали разные музыкальные жанры. При этом очень хорошо обыграли нашу казахскую тему, нашу казахстанскую. Это очень круто, спасибо за это отдельно. Тогда, во время прослушивания, вы уже удивили очень многих зрителей, в том числе жюри, вы прям зажгли зал. Но сегодня вы прыгнули еще выше, вы задали новую планку в своем творчестве. За это вам огромное спасибо. Я сегодня в вашем лице увидел вот этот самый настоящий полуфинальный номер, какой он должен быть после прослушивания, когда видно, что вы готовились, готовились, готовились и бахнули на сцене на 100%. Браво! Мам, спасибо. Спасибо. Я так горд за нашу страну, что вот ребята так вот прям ярко представили нашу культуру, да? Вот такие номера недостойны финалов, гранд-финалов. Спасибо. Поэтому спасибо. Вы молодцы. До встречи! Айту не просто мессенджер. Это огромный мир возможностей для каждого пользователя. Оплачивайте услуги, слушайте музыку, участвуйте в регулярных турнирах и викторинах, смотрите самое лучшее из Казахстана.